Добрый день. Сегодня получил долгожданную посылочку свою, квадрокоптер. Сегодня я решил сделать обзорчик. Вот. Вот эта дрянь, которая мне наконец-то пришла. Я преисполнен желанием полностью ее открыть, но еще пока не понаслаждаюсь этим моментом. Ну это... Тут, кстати, на разные телефоны можно скачать приложение, которое будет управлять этим дроидом. Барабанная дробь. А, коробочка маленькая. О, кажется, надо перевернуть. Точно. А, блядь, она даже с камерой. Я думал. Я думал, тут камеры не будет. Я уже и в GoPro-шке. Вы видите это? Я не знаю, правда, как она снимает. Но тут даже подвес есть, который сервоприводом. Обалдеть, ты шо? Жестяк, полный жестяк. Я не ожидал за такие деньги. Кому будет интересно, я просто-напросто... В комментариях отвечу, сколько она стоит реально. Вот так, что тут у нас? Так, отложим камеру. Вот у нас тут 4 лопасти, да, для квадрокоптера. Вот. 4 лопатки, они должны быть левая, правая, правая, левая, по моему они разные. Так, винты. Это как их, я там не знаю, как их называют. Болтики, 2 штучки куда-то. А это что? Обалдеть, даже дается флешка на 4 гигабайта вместе с картридером. Сервис, ёпта. Ой, извиняюсь, простите, пожалуйста. Это эмоции. Меня переполняет. Так, что тут у нас дальше идет? 2 отвертки, одна крестовая маленькая, другая крестовая большая, ну побольше. Что тут еще? Вот это я еще пока не понял, это лишняя деталь походу. Вот куча болтиков написано по-китайски и по-русски, ой, по-английски маленькими буковками. Какими-то. Тоже не помню. А, это с правой резьбой, наверное, с левой резьбой болтики. Так, отлаживаем. Так, смотрим дальше. Аккумулятор. Аккумулятор получается 2000 миллиампер на 7,4 вольта. Такой весомый. Так, защита самих винтов. А, это болтики, наверное, на винты. Вот они. 4 штуки. Пойдем сюда. Так. Шасси. Две штуки. А тут блочок. Блок управления. А, нет, это блок питания. И. А это что такое? Я пока не знаю, что это такое. Это, наверное, подсоединяется. Подожди. А как? А где? А что? Ну ладно, сейчас попробуем впихнуть. И что-то оно должно нам показать. По-моему, ничего не показывает. Ну ладно. Не обессудь. Ладно, то уже со временем. Так, ну. Дистанционное управление, работающее походу на Wi-Fi. Кнопки, куча всякой дрочи. Power. Походу еще здесь батареек нет. Походу батареек нет. Надо еще сгонять в магазин, купить 4 батарейки. Точно. 4
конце концов у нас вот такая вот все штукенция. Он просто огромный. Я думал, он будет поменьше. Он просто гигантский. Обалдеть. Вы это видите? Красавчик. Лопасти. Просто шик. Бомба. Да, я давно мечтал о таком. Наконец-то мечта дурака сбылась. О, они даже здесь буква Б, буква А, буква Б. Они даже пронумерованы, ну, символами. Обалдеть. Здесь есть, видите, специальная включалка-выключалка камеры, Wi-Fi какой-то. И чё, и еще что-то подключается. Но тут походу только вот камера подключается. Сейчас мы разберемся, как это делается. Подождите. Но по-любому все равно будет летать вот эта камера, которая сейчас снимает. GoPro 3. А это такая легкая. Интересно, сколько в ней вообще пикселей? Сколько она рассчитана? Сервопривод. Тут есть питание отдельно сервоприводом. Вот, и питание получается со самой видеокамеры. Что, куда пихать? Один минус в том, они все-таки есть. Ух ты, я не понял. А это что такое? Это ерунда, которая позволяет перелепить, получается, по ходу как-то куда-то. Что-то. А, вот. Тут устанавливается телефон. Телефонка устанавливается вот сюда. И можно смотреть, куда летишь. Капец. Ладно, приехали, идем далее. Правда, никаких больше документов нету. Я ожидал от магазина Stylus, например, там гарантийный талон хотя бы на 14 дней. В случае чего возврат, так, все тут на китайском, вот тут на русском. Было бы написано, но написано на английском. И тоже мануал, куда что подключается, куда что вкручивается. Ну что, дорогие друзья, побегу я за батарейками, потому что батареек в комплекте не было, но я за камеру вообще просто радуюсь, что она здесь в комплекте есть. Вот.